В Уфе с 13 по 17 февраля прошел второй региональный чемпионат «Молодые профессионалы», или по-другому World Skills. 10 студентов из разных учебных заведений города Кумертау стали лучшими в этих соревнованиях. В эти дни глава администрации Борис Беляев провел встречу с победителями и призерами. Глава администрации подчеркнул, что профессионалы такого уровня в родном городе будут всегда востребованы. Тем более, что в Кумертау ожидается реализация крупных инвестпроектов. Уверен, что это вот ваши первые шаги в достижение своей цели. Уверен, что это ваши первые шаги вот именно в своей реализации, в своих возможностях, и это для нас очень важно. Мы не ждем здесь каких-то приезжих людей, чтобы к нам приезжали из других городов зарабатывать деньги и работать. Мы хотим использовать наши свои трудовые ресурсы. На встрече студенты поделились впечатлениями от участия в чемпионате. Соревнования проводились по 30 компетенциям. Общее количество участников – более 400 человек. Из города Кумертау свое мастерство показали 4 учреждения. Это филиал ОГУ, УГАТУ, Горный колледж и Педколледж. Лучшие результаты у студентов филиала Оренбургского государственного университета. Кумертауский филиал Оренбургского государственного университета выступал на втором региональном чемпионате по стандартам World Skills в 6 компетенциях. Результатами мы очень довольны, поскольку мы привезли к городскому округу город Кумертау 5 призовых мест из 6, причем 3 места – это первые места, и 2 места – вторые места. Единственная компетенция, по которой мы не заняли призовое место – это кирпичная кладка, поэтому у нас есть к чему стремиться и над чем работать. Уже не в первый раз в конкурсе принимал участие Семен Власов. Ему предстояло доказать свое мастерство в компетенции ремонт и эксплуатации легковых автомобилей, провести диагностику, найти неисправность в двигателе или неполадки в электрооборудовании машины. Семен с такими заданиями справился быстрее и лучше остальных молодых профессионалов. В результате у него первое место и золотая медаль. Уже не первый раз ездим туда. Первый раз у нас было в Оренбурге такое мероприятие. Но было уже, сейчас уже в Уфе было как более неволнительно. Мы уже знали, к чему идем, знали уже точные правила. Подготовка уже была более лучшая. Второе место занял Айрат Алимбаев. Как и у многих, кто принимал участие впервые, ему не хватило опыта. В следующий раз результат будет выше, уверен он. Везде есть свои сложности, как бы. Мне очень понравилось само мероприятие, как организация на высшем уровне, можно сказать. Да, естественно, опыт получил и, думаю, применю это в жизни в дальнейшем. Для конкурса такого уровня высокой оценкой считается и получение бронзовой награды. Ралина Булатова из педагогического колледжа достойно прошла все 9 этапов состязания. Было нелегко, признается она. Я получила для себя большой опыт. Я участвовала в первый раз. И у меня новое знакомство, то есть и опыт большой для моей будущей профессии. Сложности были в том, что со многими заданиями я не была знакома, например, с робототехникой, со смарт-доской, со смарт-столом. Вот это большая сложность для меня была и большое волнение. В завершении встречи благодарственные письма администрации были вручены родителям студентов за достойное воспитание детей. Лучшие профессионалы будут представлять республику в отборочных соревнованиях для получения права стать участником финала национального чемпионата. Он пройдет в мае в Краснодаре.